Александр Краснопольский на стихи Владимира Шустера. Победители возвращались еще в 41-м году, когда вороны предвещали лишь разруху нам и беду, когда в пламени освещались наши древние города. Победители возвращались уже тогда. Шли они костылями распятые, рукава заткнув под ремень. Не воинственные ребята, большей частью из деревень, возвращались к родным колодцам, по родным большакам брели. Большей частью не полководцы, рядовые своей земли. Шли по жёлтой июльской пыли, и была им земля горяча. Ах, как женщины их любили, ах, как плакали по ночам, будто снова они прощались, оставались опять одни. Победители возвращались, мы не знали, что это они. Мы не знали, что у победы, как у песни, всегда есть тот, кем начало ее пропето, а не только кто допоет. И печали мы все ждали, и молчали пока о ней. Те, вернувшиеся без медалей, победители первых дней.